Миллениум. Вот на въезде в Чесноковку есть большой торговый центр. Сразу после него направо. Вот он вход. И два разделения. Направо и налево. Разделение по группам. Дальше, если мы идем налево, мы попадаем в игровую зону. Сейчас она будет расширяться. Площадка увеличивается, потому что появились новые группы. Вот здесь специальное резиновое покрытие противоударное. Всякие лазилки спортивные. И теннисный корт. Также поле расчерчено под футбол, волейбол и баскетбол. Так что детки могут играть одновременно в различные спортивные игры. Вот здесь только что дети погуляли, все раскидали. Наши милые, красивые. Вот здесь зона игр. Игровой вход. Вот такой ресепшн. А здесь сразу маленькие ясельки для маленьких деток. Всего лишь 10 человек в группе. Здесь такие малыши. Идем дальше. У нас сегодня видеоэкскурсия. Вот здесь классный уголок со всеми расписаниями. Туалет для взрослых. Ресепшн. Вот там коридор. А здесь детская парикмахерская. Машинка, где любят все фотографироваться. Детки оттуда идут в бассейн. Там переодеваются, моются. Ходят в туалет. И здесь вот моют ручки и заходят в столовую. Мы считаем, что кушать в отдельной столовой – это очень гигиенично и правильно. Поэтому, детки, вот здесь у нас потрясающий, огромнейший спортивный зал. Летом дети занимаются на теннисном корте, на специальном резиновом покрытии, зимой здесь. И вот для балета и хореографии поставлены специальные балетные станки. Вот такие олимпийские резервы на стенах. Коврики для занятий йогой. Великолепный бассейн, коим мы можем похвастаться. Как ни один детский сад и частная школа в городе Уфа. Посмотрите, какой бассейн. Здесь стоят ультрафиолетовые лампы, которые снижают уровень хлора. Это очень важно, не экономить на этих лампах, и мало в каких бассейнах они представлены. Теплая вода. Детки еженедельно занимаются в бассейне. В бассейне это входит в стоимость обучения в Белине. Группа для деток от 3 до 4 лет. Здесь у них такая раздевалочка большая. Оставили свои вещи на выходные. Здесь у них игровая зона, пособия различные. Учебная зона. Также детки занимаются на абакусе. Там туалет для мальчиков, туалет для девочек. И выход отсюда на кухню. А дальше направо спальня. Вот здесь еще у нас одна уютненькая группа. Милая, красивая для малышей. Для совсем малышек. Группа для деток с 2 до 3 лет. Вот здесь у них туалет и раздевалка. В Миллениум. Вот подготовительная группа. Здесь туалеты для мальчиков и для девочек. Они уже большие, потому что. И вот здесь раздевалка у них, учебная зона, абакусы у нас в каждой группе есть, детки занимаются скорочтением, ментальной арифметикой, массажеры раскидали, вот здесь тоже игровая зона, все уже убрали на выходные, навели порядок, вот здесь детки спят, ростометр. Идем в другую группу. Классный уголок вот здесь. Правила дорожного движения. Идем. Начинаем нашу видеоэкскурсию по второму этажу с актового зала.
Здесь актовый зал, где проходят утренники и проходят музыкальные занятия, занятия хореографии. Здесь фортепиано, вокал, все так же. Идем здесь коридорчик, идем в среднюю группу. Здесь вот такие шкафчики, детки оставляют свои халатики после бассейна. Вот игровая зона. Зона для девочек. А учебная зона, рециркуляторы, которые могут работать при детях. Кубики Зайцева. Вот в каждой группе у нас кварц и увлажнитель воздуха. Машинки, все убрано аккуратно на выходные. И вот здесь вот спальня. Кроватки. Так красиво здесь, цветочки. Вот здесь вот туалетик, раковины. И вот здесь из бассейна оставляю старшую группу. Вот здесь тоже шкафчики, туалетик для детей, унитазы, раковины, индивидуальные полотенца, кулеры везде стоят, карта мира в раздевалке. Вот группа, все пособия, блоки Диеныша, Монте-Сори, музыкальные азбуки, читаю по слогам. Вот игровая зона. Зона девочек, кухня, парикмахерская, салон красоты. Зона мальчиков, конструкторы, машинки, мастерские. Также кварцы и увлажнители воздуха. Также рециркуляторы. И вот здесь вот зона учебная. Кубики Зайцева, Воскобоевич, все пособия по обучению чтению и письму. Также кварцы и увлажнители воздуха, также рециркуляторы. И вот здесь вот зона учебная. Кубики Зайцева, Воскобоевич, все пособия по обучению чтению и письму. Еще один блок – это школа. Здесь раздевалка у мальчишек и девчонок. Оставили вот свои вещи на каникулы. А здесь они оставляют одежду спортивную, зимнюю одежду и так далее. Здесь туалет для мальчиков. Туалет для девочек. И вот вход. Сейчас покажу класс. Вот здесь у них шкафчики, где они лежат, кладут свои учебники. Детки не уносят домой учебники, тетрадки, делают уроки в школе, что облегчает жизнь родителям. И вот он прекрасный, светлый класс. Проектор.